Чуть больше 20 новеньких металлических мусорных контейнеров совсем скоро появится во дворах некоторых многоэтажек города. Коммунальное предприятие «Харцизск Коммунхоз» продолжает самостоятельно изготавливать контейнеры типа стаканчик из листовой стали, полученной по гуманитарной линии. По большей части на контейнерных площадках Харцизска сегодня наблюдается чистота и порядок, хотя внешний вид самих баков нередко далек от идеального. На смену старым прохудившимся контейнерам для мусора коммунальное предприятие «Харцизск Коммунхоз» сегодня самостоятельно изготавливает новые. Из листов 2-миллиметровой стали, полученных по гуманитарной линии, коммунальщики сварили и уже расставили 25 контейнеров типа стаканчик. Еще столько же будут готовы к переезду на постоянное место базирования после покраски. К концу апреля «Харцизск Коммунхоз» планирует установить новенькие мусорные баки, изготовлением которых сегодня заняты на предприятии во дворах многоэтажек Северного микрорайона. На сегодняшний день район Северный и Юбилейный у нас убирает наемная техника, Иловайский КАМАЗ. Для того, чтобы улучшить уборку, то есть производить ее чаще, чем два раза в неделю, сколько работает наемная у нас техника, мы переставим стаканчики в Северном районе, поменяем евроконтейнеры, для того, чтобы увеличить зону обслуживания нашей техники, газа с боковой загрузкой. И он сможет там работать день через день. Ну, во всяком случае, мы надеемся, что каждый день он будет вывозить. Всего в Харцизске используется чуть больше 700 мусорных баков. Из них 454 – это евроконтейнеры, все остальные – так называемые стаканчики. Большая часть контейнерного парка Харцизска Коммунхоза нуждается в замене или ремонте. Впрочем, среди прохудившихся немало таких, которые еще вполне можно отремонтировать. Поэтому на предприятии приступили к планомерному восстановлению евроконтейнеров. 30 уже удалось отремонтировать. В целом же в последнее время можно отметить довольно стабильную и качественную работу Коммунхоза. И по частному, и по многоквартирному сектору сбоев с вывозом мусора сегодня нет. Увеличивается и частота сбора бытовых отходов. Стабильной работе и устойчивому развитию предприятия могла бы помочь столь же стабильная оплата абонентами Коммунхоза предоставляемых услуг. Предприятие работает в штатном режиме по графику. То, что платежи упали, конечно, мы подтянули свой поясок, понимаем, что от этого у нас работы меньше не станет, а то и увеличится, естественно. Поэтому мы стараемся свою работу выполнять в полном объеме. Ну, а то, что упали платежи, мы работаем с населением. Мы обращаемся к ним через соцсети, через вас обратимся, конечно, о том, что все-таки нужно не забывать, что чистота города начинается с жителей города. И то, как они оплачивают коммунальные услуги, естественно, влияет на нашу работу.